Друзья, всем привет! Прилетела ко мне посылочка с разными доработочками на одну Ладу Весту и на вторую Ладу Весту. Сейчас распакую и все покажу. Короче, на Ладе Весте седан АвтоВАЗ почему-то порешал поставить всего лишь на крышку багажника одну накладку. Хотя тут реально есть место, которое хотелось бы закрыть, защитить, и смотрите сами. Открываем багажник. В общем, вот одну накладку они сделали. Тут у нас осталось голое железо. И вот этот усилитель тоже как-то странно выглядит. То есть есть у нас ковролин здесь, есть ковролин здесь. Но вот этот усилитель, вот он так, как напилили, как приварили, так он и остался. И вот, в общем, есть в природе две вот такие штуки. Итак, первое, это вот такая вот накладочка, то есть крепится она вот штатные крепления, не знаю, видно вам, не видно, вот они, штатные клипсы, то есть снимаем клипсы, устанавливаем, и нижняя часть у нас получается идет, нижняя и боковые идет на двухстороннем скотче, и вот так вот это все будет уже гармонично выглядеть. Мне кажется, блин, ну так гораздо лучше. Не знаю, напишите, конечно, свое мнение. По-любому скажете, колхоз, опять колхоз. Но мне кажется, так гораздо интереснее, нежели что, вот просто металл. Или вот так. Ну, прикольно. А вот это уже вторая накладочка на вот этот усилитель, получается. Как он ставится? Ну, вот так, по-моему, он ставится. Также тут крепление. Вот, вот они, клипсы. Вот они. Вот они клипсы, с двух сторон получается, тут отверстие под эти клипсы, даже, смотрите, даже есть в комплекте у нас две штуки как раз новеньких клипс, а тут у нас получается липучки, да, потому что у нас изнутри, вот тут идет вот видите, это типа ковролин, не знаю, ковролин, не ковролин, в общем, это обшивка, которая будет крепиться, и будет это выглядеть вот примерно как-то так. Вот так уже все, полностью законченный вариант, грубо говоря, багажника, как по идее должно идти по заводу, но АвтоВАЗ, как обычно, решил сэкономить и не стал ставить, я ставил вот так. Позже, друзья, сделаю коротенькие видео, как установить все, так что ищите видосики в шортсах буквально в ближайшее время. Ссылочки все оставлю в описании. Также взял на две машины орнаменты, да, Веста, Porsche, стиль. Получается, за место значка Лада будет у нас значок Веста. А они хромированный, не хромированный, полированный алюминий. Вот, ну, позже тоже вы все увидите на видосиках. Вот так вот эти шильдики выглядят. Ну, прикольно. Теперь переместимся немножко в салон. В общем, ребятки, мне что-то вот эта вот кожаная вставка на самом деле не очень нравится, потому что у меня вот все вот эти молдинги, все черный глянец, да. Вот. И, в общем, я решил взять себе вот такую. Сейчас распечатаю. Вот такая черный глянец, накладка консоли, панели приборов, ну, магнитола, короче. Все же хочу сделать черный глянец, чтобы все гармонировало и было классно и здорово. Следующая, друзья, позиция. В общем, что на моей Весте, что на второй Весте, ограничители дверей вообще практически не фиксируются. Ну и постоянно скрипят. То ли это износ уже, то ли что, непонятно. В общем, взяли на две Весты две разные приколюхи. Первое, получается, есть вот такой вот в природе ремкомплект ограничителей дверей. На весь седан будем пробовать устанавливать их. Вот. И посмотрим, как они себя покажут. А второй вариант, нового образца ограничителей дверей. Как все утверждают, что после установки вот их и двери скрипеть перестают, и
двери начинают нормально фиксироваться, а не так, что никакой фиксации нет. Вот такие вот ограничители дверей. Ну и последнее, друзья, видео с вот этими штуками залетело на 28 миллионов просмотров. Заказал себе еще одни, мои уже подизносились за 2 года. Сейчас покажу. Казалось бы, вот такие маленькие приколюшки, да? Так вот они выглядят. В комплекте смазочка идет. И устанавливаются они у нас на петлю замка. А прикол в них в том, что с ними дверь реально начинает закрываться очень тихо. Вот мои уже износились за 2 года. Вот я взял 2-й комплект. Тема реально рабочая, тема прикольная, стоит недорого, ребятки. Ссылочки в описании, залетайте, смотрите. Итак, друзья, вот такой коротенький ролик с разными полезными приколюшками. Ребятушки, если ролик понравился, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчики. И всем до скорой встречи, пока!